Я иду по ступенькам вниз, вот у них тут, кажется, задний двор есть. Тут, конечно, природа обалденная. Смотрите, какой вид. Это она живет в джунгли. Творец в джунгли. Растения на деревьях, видите? Те растения, которые продаются в цветочных магазинах, тут растут спокойно на деревьях. Еще какие-то непонятные растения с громадными листьями. Это называется задний двор. Ступеньки вниз. Это вверх, а я иду по ступенькам вниз. Тут очень много тех растений, которые в России и в Украине продаются в цветочных магазинах. Очень, конечно, природно впечатляет. Яркие краски, разнообразие. Это называется алоказия, лопухи Малайзии. Ой, что тут еще? У него, видите, цветок какой. Там цветок и рядышком коробочки с семенами. Вот, в общем, иду дальше. Я, конечно, в шоке. Алоказия. Была бы у меня камера получше, могла бы все передать вам, все краски этого замечательного сада. В общем, я иду, там что-то внизу, еще какие-то домики стоят деревянные. Смотрите, народ. Сейчас. Растенечко, которое растет, продается в цветочных магазинах, видите? Тут все есть. Тут просто все есть. Люди богатые. Все есть у них. Вон там другая территория, и там какой-то дом стоит. Вон деревянный домик. Да, а какое дерево. Смотрите, какой толстый ствол. Обалдеть. Да. Я еще с собой пакеты привезла. Думаю, накопаю какое-нибудь растение. Смотрите, черный перец, кажется, вроде как. Если я не ошибаюсь, это черный перец. Вот, у него даже ягодки тут, смотрите. Если я, конечно, вообще не ошибаюсь. Вот видите, вон ягодки у него какие-то. В общем, ладно, я вернусь, сорву потом. Смотрите, какое растение, и оно растет прямо на стволе дерева. Вот, видите? Красота! Ой, это только Малайзия такое. А вот сзади тоже ствол. Ствол. И тут тоже так же. И какой-то канат тянется. Видите, это лиана. Очень красиво. Сейчас еще пойду. Тут очень много папоротников. Папоротники повсюду. Вот, видите? Но папоротники отличаются от... Ой, господи. Боже мой, бабочка такая гигантская. Боже мой. Я после той собаки все уже боюсь на свете. Там такая бабочка оранжевая. Сейчас посмотрю, куда она села. И покажу. Очень красивая. Я перешугала, честно сказать. Тут на территории две овчатки. Как вы думаете, как вы будете воспринимать потом после них природу? Боже, вон она полетела. Я так не догнала. Засранище. Остановить хотя бы. Ой. Сейчас постараюсь ее как-то... Если не получится поймать, ну ладно, боксом. Покороче. Улетела. Улетела лесная красавица, я не буду заниматься. Боже, смотрите, а что это за дерево? Может, кто знает, что за растение? Смотрите. С такими огромными ягодами какой-то там непонятное что телепается. И муравьи красные, блин, засранцы. Это умеет тут вот кусаться. Вот, такие цветочки у него. В общем, я семена забираю. В общем, видео в другой раз продолжу.